копия прикоса. Спросите его так, а как это делается? Просто качаем эту офигенную программу. В общем, я зовут, видимо, нет. В общем, видите, тут именно по этому каждому всего. Видимо, тут здесь нечего. Ничего особенного. Ну, в принципе, не важно. Короче. В общем, это. Ребята, я изменю то, что пригодилось мне. Так, нет. Что? Вот что можно добавить. Вот мы уже нажимаем, и, короче, будет картина. Так, пусть будет sonic.exe. Все, пригодилось. И здесь картина. А картина очень просто. Просто захотим добавить. Я только сейчас. Я уже приготовил sonic.exe. Ну да. Все, на это пригодится. Да. А еще есть что-нибудь на пригодится. Здесь номер. А здесь просто нажимаем 1, 1, 2. Сделано. И теперь голос. Короче, выходим из этого приложения, а теперь заходим преподавателя голоса. И что тут можно делать? Может скачать туда побел. Короче, видите, это не так очень просто. Давайте он будет говорить сам, но, например, я Тела Вицемия, я пойду сегодня ночью, жди меня. Все. Ой. Там было не так, но все. Ну, Тела Вицемия, я пойду сегодня ночью. Сейчас повторяю. Ну, Тела Вицемия опять. Сейчас, давай. Ну ты ловица Мия, я пойду сегодня ночью, жди меня. Ну все, начинай. Ну ты ловица Мия, я пойду сегодня. Давайте будем записывать голос вот так. Например. Ну ладно, сам записываю. И сколько будет звонить ваш телефон? Допустим, я 10 секунд, все. Надеюсь, он позвонит до конца. Пока что. Понимаем. Короче, ребят, вот так получилось этот голос. Если вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом все. Всем пока.